8 сентября будет единый день голосования, в который в нашей партии участвует практически во всех регионах и выставляет максимум количества кандидатов. Мы надеемся, что через некоторое время, когда пройдут результаты выборов, станет ясно реально, кого поддерживает население. Компартия — это историческая партия, с которой 110 лет уже, и которая единственная, может быть, в России, имеет действительно историю, сопоставимую с такими партиями, как Демократическая партия в США, Лейбористская в Великобритании или Социалистическая во Франции, которым тоже 110 лет или 200 лет и так далее. То есть они реально сопоставимы. Поэтому у нас было 20 лет, значит, до завоевания власти в оппозиции, потом 70-75 лет у власти. Сейчас мы находимся 20 лет в оппозиции, и по цикличности вообще всей истории мы надеемся, что через некоторое время мы придем. И вот как раз одним из этапов будет вот эти местные выборы, где мы надеемся показать очень хороший результат.